Избирательная комиссия Краснодарского края сообщает, что явка на выборах президента России в городе Сочи составила почти 67%. При этом представители избиркома считают, что никаких серьезных нарушений не произошло. Общественные наблюдатели ставят это под сомнение и говорят о возможной фальсификации. Объехали мы множество участков. Было одно нарушение серьезное, это отсутствие сброшированных и прошитых, пронумерованных, опечатанных списков избирателей, так называемых дополнительных списков. Вот. Самое как бы апофеоз от этого всего, всех этих нарушений, был на участке 46-46, это городская больница. Там вообще эти списки выносились за пределы участка, и по ним производилось голосование в палатах якобы больных. То есть люди, члены комиссии, выходили с этими списками избирателей, уносили их и с выездными реестрами, с реестрами для голосования вне помещения для голосования. Вот на одном из избирательных участков Костинского района такое было очевидное нарушение законодательства о выборах. Приехали строители, их подвезли на автобусе, сказали, что они после смены, вот они стоят на лестнице там до самого третьего этажа, с самого низа. Довольно много человек, там не меньше 50. Председатель комиссии вышла к ним, задала им вопрос, вы по списку? Они сказали, нет, у вас есть открепительные с собой? Нет. И все равно они все остались и заходили по одному и проголосовали. Вот пока я стояла и снимала на видео, как член комиссии их ищет в списках, то она их всех отправляла. Там вот 3 или 4 человека. Она смотрела паспорт, посматривала на меня довольно-таки таким неприязненным взглядом, не находила в списке и отправляла. Как только я перестала снимать, пошла на улицу снять, какой автобус, его номер. Вот вскоре, пока я искала автобус, обошла там территорию, нашла его, вернулась, они уже успешно проголосовали и в этот автобус погрузились, поехали дальше. 29 числа у них было собрание, и они зафиксировали 28 заявлений. То есть должно было 28 человек идти дополнительным списком. Плюс, исходя из протокола, по открепительным проголосовало 58, по-моему, человек, ну 50 чем-то. Вот, хотя визуально через этот столик прошло не меньше 200 человек, а то может быть и больше. Относительно давления, давление оказывалось в каком плане, то есть как только мной было озвучено, где я работаю, тут же мне позвонили девочки с работы, что у меня бегает тут администрация и расспрашивает обо мне. Мне звонили мои родственники и говорили, Вика, веди себя адекватно, потому что там родственники работают в бюджетной сфере, и им звонят их работодатели, скажем так, тоже бюджетники, соответственно, под администрацией все находятся. Представители администрации постоянно приезжали на избирательный участок, постоянно. То есть один и тот же представитель был на участке, ну, наверное, раз 5.